А ты вообще, у тебя микрофон или что, вообще непонятно? Я говорю, используй телефон как микрофон. Блин, это самый выгодный вариант. А, ну, конечно, не слышал с таким-то микрофоном. Извини. Должен его вырубать нахуй, если ты просто говорить хочешь. По-моему, не ладит. Я тебе скотину, убери моих. Ну, типа, если видос записываешь, то включаешь штаны кабель. Если не записываешь, то не включаешь. Потому что Discord, по-моему, сам шумоподавление какое-то имеет. Все, прокачивал быстренько экономику. Что я купил? О, шаур месячный купил. Мудрые слова. Алло. 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 Да, все, два чурбачки появились. Нихуя там не поменялось, блин, мы их отпиздим. Нихуя себе. Ёбаный этот, блядь. Хитрец. Я пойду посмотрю просто. Ага. Ты смотри, что делает, говнюк. А вы еще на меня этот боковали за то, что я это делаю. Ты и так все видишь, там, блядь. И что делать с этими всем? Я не понял. Ну и что? Для кого? Ну, 45. Увеличил. Что я купил? А, вижу. Петухов стеклянных. Он направо пошел, что ли? Вот откуда я знаю? Ну, раз его не видно. Говнюк. Короче, сейчас себя отпилит ногами, руками, чем попадется, там, камнями. Да в следующем да раунде посмотришь, а? Ты даже подойти не сможешь. Какие здания там? У тебя запаска, ты у тебя вон еще приехали, блин. Ты смотри, блин, сейчас копится говно, блин. Батя, и все это на нас. Отстраивай там военные районы побольше. А я и так я строю военные районы побольше, я это им и делаю, блин. Так ты бы вот тут большой город не строил, ты бы сразу там его хуярил. Да, вот сейчас большой город построю, следующий район. А, мне сейчас как бы. Ты кандон, ты смотри, он ко мне ведет их всех. Бать, сейчас. Давай подойдем к нему. Надо будет защищаться.
Блин, я слишком экономику жирно сделал. Ладно, казармы блин, нужно строить. Ты свой телескоп на себя направь. Да-да, казармы строить. А, ну-ка. Так, ну сейчас. Пока что я сделаю. Стройте свои сраные телескопы, блять, хули я ваш. Ну потому что у меня не было территории там. Я сейчас это, телескоп. Ну, сейчас тоже есть. Ну теперь я построю как раз таки. Сука, у меня калькулятор до сих пор нет. Почему у меня эти мои нет? Это что? А, ну да, я же все потратил на то, чтобы у него не было предела ресурсов. Еще чербанчики пошли. Вон они уже здесь. Херачи. Вот еще с центра идут. Пойми ему эту сучку. Там какая-то хузаупа на мою сторону пришла. А, блять, что он вытворяет? Мне идти спасать тебя, алё. Да-да-да. Ё-моё. Зато интереснее стало играть, неожиданно. Блять, она почти достроилась. И нахер так столько фейлов пройдём. Ну и чё теперь? Батя, надо не построить. Я с ним не потерялся. Улучшайте казарму. На, приехали. Так, стоп, а у меня ж... Улучшайте чубрики эти, блядь, стеклянный голем, сука. А чё делать-то не пойму. Алло, ну, сейчас Ларкас. Мы тут добьем и вернемся. Направь Батя, телескоп. Мы их вообще добьем? Направь телескоп на свою сторону, я свой направил, алё. На хули, блядь, на сосунку, блядь. Чё, да я не могу никуда сделать. Давай стан, блядь. Призывай голема, но я... А где эта залупа, блядь, огромная, на? А мы ее не... А где она, блядь? А, он слева, что ли? Ёб вашу нахуй, блин. Я думал, нас боты могут пронести. А, он вон, он посередине стоит, вон, видите? А-а-а. Ну, пускай стоит. Он копит его, что ли, серьезно? Откладывает, так сказать. Ну, это бред, блядь. Откладывает личинку. Да, я. Ага, конечно. Ой, это. Ой, блять, он идет ко мне. Сука. Так. Агент, блять. Да, блин, я не могу сдерживать и центр, и тот, блин, издеваешься. Я говорю, перенапро телескоп. Мне кажется, я сейчас центр удерживаюсь. Единственное, что я могу сделать, это вот это. Блин. Погоди, он обходит, что ли? Он еще нас замораживает, блин. А, что-то ты слишком жестко лови. Играешь. Ой. Конечно. Держи. Ну так ёбни эту залупу справа, блядь. Почему проблема? Не, ну крепко. Ребята, у меня войска кончаются. Хуй. Кто дал, блядь, промышленному? Я дал, блин, потому что, блин, надо поёбнуть. Да. То есть он ты потоптал его параллельно. Они его убили? А, ну да, мне пиздец. Потому что я единственный здесь защищаюсь. Здравствуйте. Я там ведусь. Я так не первый раз делал. Ощути залопы ненавижу их, блин. О, дар Джаком это топ. Ебать, он в тыл уже пошел, смотри. Да это пиздец. Мы уже центр потеряли, а только 14 пошел минут. Воевать. Да, вы говорите, за 14 минут и невозможно это. А, да, кстати, мне пиздец точно в центре, потому что ебать ебать, ебать, творится. Слушай, ты что там жестко играешь, не офигел?
это уже то, что меня направило, это пиздец какой-то. Мы центр прострали не так, как ожидал у вас. Ебать, блядь. Я страиваю второй фланг. Мне нечего ему ответить. Ты главное не все застраивай ее. В центре. По бокам тоже. Блять, у меня понос, блядь, нахуй, в этом слева. Я скил. Ну, защищайся. Я не могу, у меня все войска там дрочат разбить. Мои все войска разнесены к черту. Что а, делать? У тебя нет войск, кстати, да. Вообще-то я Рустам. У меня их тоже нет. Давай перестарт у меня на центре будет. Короче, давайте я за Линов, потому что он должен карту изучить. Го, я за Линов. Я просто только за Линов сейчас, наверное. Почему? Я туплю. Я очень сильно буду тупить, если что. Я всегда просирал, когда играл за Линов. Чё не так? Стой, я голема возьму. Стой, блин, я хотел голема взять. Бери синий цвет. Да ты просто цвет. Ай. Стоп, блин, сразу не то нашел. Все, играй как хочешь. Сейчас все будем. А, Void. Сейчас мы будем играть, ты увидишь все как-то. Со временем. Наверное. Да обычные города, там ничего интересного. Ничего нового. По бокам 4, у красного как и у других. Как и раньше 5. Одной шахте на первом рубеже, потом... Одна шахта там, рубеже, кстати, вообще бесполезная. Шахта. На последнем. Нет, там все. Там по две. А, да, у красного 3, потому что он 2 города теряет на первом рубеже. Поэтому у него на одну шахту больше. Да. Не, по одной шахте N, Shift N, по-моему, все еще. Нет. По-моему, Shift N все еще. Это типа выделение? Да. Я вот N-кой просто, когда у меня большой город становится, просто N нажимаю пока. И чекаю, какие лучше, какие нет. Прикольно.
Ну да, да. Я хуй знаю, я не помню. Какая еще Ари? Не было там Ари. Ари там не было. Ну, только тогда. А потом нас всех наебало. Это был не мистик, да. Угу. Не так уж много. Ебать, ты чё, до него охерел? Ты обе забрал? Чё ты нахуй на центр? Вот ты говнюк, блядь. Жлобя, ёбь. Золото. Его да. Девственность. Тут на рандоме сет. Украденные там что-то такое, если не помню. Артефакт. Украденный артефакт. Я помню эту залупу, она как-то дерьмо все это давала. Не, ну я тоже, блядь, замечал. В редакторе. Да, я его в редакторе видел. Блин, если я не в центре, я хуй его начинаю играть.
Тебе именно ты сдык. 17. Ты зачем мою сокровищницу-то стыль взял? Я не понимаю. Ты ее долго не выкупал. Передашь все. Если что, передашь нам, окей? Потому что, блин, у меня иначе ресурсов не будет, а тебе хер потом поняться буду. Мне не на что будет. А. Либо к 10, либо к 12. Что? Я знаю. Но может проситься этих парней, ничего не будет. Да и... Ладно. Какой парень шел? Не скажу. Действительно. Он зеленый. Да ты чё, блядь, палишь картон? Это стоит сообщать? Да, похуй. Ну, синий так синий, жалко, что ли. Так, казармы? Что ли? Да, казармы ставьте. Бать, он там уже войск. Сокровищницу передай, пожалуйста, у меня денег не хватает абсолютно. Получайте казармы. На хули он стоит? А зачем ты это сделал? На что? Обратно нет. Нет, конечно. Захотел. Ну, насчет коробка-то была, но что-то она не... У меня есть казарма. Я просто занят другими вещами, блин. Обойдите войска вперед. Дани, у тебя изматывание на максимум прокачано? Нет. Какой там уровень? Сейчас первый качается. Ебать. Ладно, я тогда как. Надо. Надо, Петя, надо. У нас... А, нет, я передал тебе сокровищницу. Да, спасибо. Бля. Блять, ты смотри, сколько он там накопил уже, охренеть. Пошли встретим. Да нет, ты чё, с ума сошёл? Мы там так у вас есть, блядь, эти здания, погнали. Да нет, ты чё, с ума сошёл? Хотите, я кое-что сделаю ему. Синий, иди за нами. Кидать ему этот... Иди за нами, говорю, войсками. Вон, он идёт уже, смотри. Он атакует. Может, к зданиям отойдём? Какая нахуй разница, он с ума сошёл, блядь. Давай, стан, давай тебе, Лена. Ну ладно. Он голема отводит в сторону. Сейчас
Ебать, он все заморозил. А, спасибо. Ставьте подпись. Войска ставьте. Центр. И в зеленого тоже, блядь, ты заебал, нахуй. Можешь контрольную группу не хочется? Блин, я не могу на войне на Твич контролировать, извини. Нет, как мы... Мне кажется, зря мы пошли вперед. Я, кстати, решаю все отступать, потому что у меня что-то с войсками трындец уже. Кто отступать, у нас там войска заморожены. Ну, теперь можно ходить. Вот эту штуку потом не передашь, ладно? Потому что у меня... Все Pocket Factory завязали? Я да. Так, сейчас завязаю. Да, тварь, блин! Я постоянно на красном нажимаю, потому что я тут, блин, красным раньше был. Я думаю, быстро. А, так он все-таки здесь? Вот тебе сейчас героя сначала убирать. Нет, конечно. Алло, я только что заметил, что во льду даже выстрел замёт. Есть промышленное лечение? У меня оно есть, но только первого уровня до сих пор. Чёрт, да? Куда? Так, а где... А, вот он жарко. А, погоди-ка. Ты давно поставил эту летящую да. штуку? Нажми проверку. Блять, куда я? Блять, это ебанутый жарко. Там сзади жарко. Надо вставить, там башку свою, блять. Долбоёб механический. Тебе нельзя было оттуда кастануть. Сзади неё ставь. Ставь. Я ставлю. Ой, сука, вот это ебанутый. Ну телескопы нужны, блядь, танк. Блин, где мой телескоп? Блять, я сейчас буду дико тупить. Очень сильно дико. В центре я уже привык даже воевать. Все, это на всю жизнь. Минимум страдать будем мы, кстати. Стан, можете давать? Сейчас, да, могу. Вот именно сейчас, урал на 50. Какой пожарный стоит? Срочно дар Джакому. Поставь хилл тавер, агент. Куда? Куда ставить? И она стоит сейчас там, поставь. А где она стоит? Блядь, поставь в армию. Так, сейчас найти бы. Сюда куда-нибудь. Блядь, я уже не туда поставил. Пусть. Да, поставь. Чуть-чуть левее. Вот. Вот тут это вообще ничего не стоит. Потому что я сюда сейчас механически заманил. Они идут вообще-то. Блять.
есть, как же круто. Ёб вашу нахуй этих гадов, блин. Они распидорасили мой шаг. А вот пьяна. Да, она все равно долго не пойдет. Они уже по бокам уйдут, застраивали свой фланг. Блять, чего пиздец получается. Застраивать, говорили, он не скатывается. Блин, я не тон нажал после единицы. Ага, застраиваем, блин. Паук сидит, все ломает. Шикарно, блин. А, они уже там? Нифига. Ну, отводи какую-то часть войска. Так, дробить войска я, походу, впервые в жизни научусь. Блядь, Джакома, сука. Только своего Джакома далеко не уводи, они его... Он фокусит его. Один. Блядь, я отвожу. А. Ну да, конечно, да, я как будто бы отвел. Да блин. Ты хотел, блин. Мне придется часть войск все равно отвести, иначе я тут фронт окончательно просуру, потому что у меня сегодня нету паука, блин. Ненавижу все эти обстоятельства, блин. Войд в первый раз играет, он слишком офигевший. Отводи войска. Блин. Гернал, ты не что-то строишь? Да не, нет смысла кто-то прокачивать эту фигню. Все, надо уже второй фланг выставить. Так, 300 тмоня мне дайте, я кое-что сделаю. Как, часть воска там оказалась? Лави. Сохранено. Так, а мне что за страх? Блять, конечно. Тут Джек не стоит. Я в курсе. Ему бегать надо будет. Ё-моё. Застраивал ты все. Я уже застраивал. Так они даже задержать их. Да. Ну чем-то да. Пока, кстати, мой город удерживается вполне. Зачем это войне? Так, вот у нас.
О. Голема, а куда давать? Блин, что тут? Я даю стан. Все. Так, все, казарма на втором фланге надо ставить. Угу. Что-то я путаться начал, что-то делать теперь. К счастью, наш шаг не окончательно разъяснил. Так, самое интересное, у меня шахта 8 работает, но пока что 3. Где остальные, ё-моё? Блять, идиоты, ну смотрите, что они делают, блин, они должны внизу шахту. Что они делают, блин? Смотрите, что творится, блин. Идиоты! Ты вручную направляй. Вот зараза. Идиоты, я думаю, куда они делись, блин? Где-то еще один шест, блин, а? Бегают, блин, вокруг этого. А я думаю, что у меня дохода нормального нет. Блин, а где еще один, зараза? Идиоты, блин. Проблема с доступом к шахтам, блин. Ё-моё, вот это бестолочи. Так. Ничего творить. Иди сюда, давай. Надеюсь, ты правильно пойдешь. Дебилы. Просто шахту тут разлетают. Ты ебанулся, серьезно тебе говорю. Как мне вот это все теперь отразить? Тут как, блять? Он пошел туда, где оборона еще так себе. Ты фокуси на одном ком-то. Все крепости. Половина крепости не моя. Я не могу на одном фокусить. А. Выберите кого-то одного. Блять, Данил, ты уже стреляешь? Да. О нет! Ох, куда-то останется. Это пиздец, мы проебались немного.
Ну ладно, сейчас. А, угадайте, кто сейчас пройдет сквозь мою великолепную защиту, блин. Да. Ну, строй там войска. Так. Блять, мне не на что строить. Ну, ладно, там вообще нет. Такого падлу хочу найти. А у меня пушки еще нету, ну и охуеть. А, погоди, так она все-таки не стрельнула. Ребята, не спасайте, спасайте. Сейчас я стреляю. Стреляй. Фокусируйся на одном. Это трындец. Второй раз я за красную играю, потому что я не могу фокусить два фронта одновременно. У меня одну крепость снесли, чё бить. Там бункер ремонтируют. Да не могу, его фокусят, блин. Ну отведи, блядь, лево флянг войска, почему тебе на одну флангу? Потому что на два фланга не умею делить, а он начинает тупить жестко, блин. Просираю один флаг и все. Ну не все отводим, да, блядь. Да не могу. А, как делить войска, блин. Я плохо математикой, оказывается. Ой, ё-моё. Я поэтому играю в центре. Потому что не могу дробить. Одну фану. На тебя голем идет, да нет. Дает застраивать. Сет, можешь маленький отсюда? Могу. Чуман. Ай, в пизду все нахуй. Так, дробить эти ебаные войска. Две казармы, конечно, сейчас могу разделить. Так, ладно. Делаю то, что никогда не делал. Сейчас я одну сюда ставлю, а это пока сюда. А, блядь. Ну, ё-моё, я их пополам разделил. Так, кое-как раз умудрился раздробить в этих войсках, блин, потому что... Наконец-то. У тебя пушка есть, Алина? У меня теперь пушка есть. Сейчас я думаю, куда шмальнуть. Скажи, куда, если тебе надо. А мне пока никуда не надо. Голема, куда пускать? Ой, точно, я про станта был. Да хочешь накидай, конечно. Ты войска перед зданиями держи?
Видишь, как Данил делает? Он впереди и вас там. Окей. Он заморотил. Короче, у меня уже какое-то настроение пропало. Потому что вся моя войска уже заморожена. Так что если я вперед поставил, разница. Я ж меня, кстати. Мне пиздец. Я проебал свой срок. Можете официально только сказать. Отходил вот этот пункт, почему не стоит? Ресурсный, блять, а куда их должен тратить? Сука, я... Не уходи, Данил, не уходи оттуда. Уходи? Нет, ты ж видишь, что я делаю. Yeah. Ну теперь посмотри внимательно. Блять, эти пауки, все, пизда моему бункеру. Меня начинает месить просто. Потому что я не могу тупо его починить. Застраивайся. Да не могу, я сейчас застраиваюсь. Все, бой мой застроен, начнет сейчас разрушать. Потому что я пытался застроить, так приехал в пукарец. Не успеет все конфи. Кто успевает все конфить? Он контрит пауками, блин, спокойно мои эти, блин. Он тупо взял вот этих жирных и все, он прорвался, зашибись, блин. Уводи все войска. Куда уводить? Я не понимаю. Налево туда. Так и за максимум моего войска просто. Вот это убери нахуй, отсюда я уйду туда. Ладно. А, погоди, один фанк ты не пронесли, что ли? Да, он взял, законтрил меня самыми жир. Да, кстати, Жак, ну прощаю. Данил, там сможешь ему что-то помочь? Я что-то жалею, даже не знаю. Одно паука снесли, шикарно. А, погоди, чё я мучаюсь-то? На, приехали. Мне в резерв какой-то не скидывается. Тему полку трендец будет все равно, потому что у меня измат его не стоит. В смысле, это еще живой? Чини там. Так. Чтобы они опять объединились. А ему все равно трендец. Так. Конечно. Пять мышах и смеси почти. Блин, а где мы?
по воскресным. Они же вместо этого не пороняются. Ну, это не просто встрел. А он в центр прошел, это видите? Как он вообще туда пробрался? Ой, вот здесь вот осторожно, не драконит. Сейчас повели там дашь конфет. Зачем ты тоже пушку прокачиваешь? Зачем? Убери, не надо. Да я все равно сейчас, блин, прокачиваю абсолютно все. Не надо прокачивать ты этот авиацию строить. У меня ресурсов дохерища, блин. Я пока что войска пытаюсь восполнить. Самое идиотское было, это объединить эти. Я уже туплю, я ничего не понимаю. Уже мне мозг дает. Я же тебе говорю, перехватчиков делай. Видишь, вот сюда уже пробрался. Деревянный голем. Пишешь? Деревянный. Да. Он потому что вперед мне проносит, я ничего не могу сделать абсолютно. Я уже тут, у меня ничего не работает. Я уже отказываюсь что-то тут делать. Жалко, ты это куда пошел? Он честно конкретно моих героев. Заебись. Я ничего не понимаю. В центре. Где? Блять, ты видишь, он в самый тыл их повел. Конечно, блин. Я ничего не могу поделать. Он спокойно повел в тыл. Откуда они дохнут? Да все равно, блять, надо побыстрее. Он же сейчас тут все раз идет. Я ничего не могу сделать. Городом фокусили, это не вот здесь. Я фокушу лево. Он просто сейчас начнет разносить мои города. Поделать. Ставь эти. Турель. Мне от этих драконов избавиться, их штук 3, блин. Нет, 4. 5. Ну зашибись, блядь. Он всех повел туда. Еба. У нас там достаточно войск, блядь. В общем-то, да. Меня уже разносит, блин. Я не могу ничего удержать. Он разнес мои казармы. Я сейчас, блин, не знаю. Алексей, у меня пушка. Ох, пять. Ну, а я дал два фронта, я никогда в жизни не буду его. Все, идите нахер, блин. Блять, а ты куда пошел? У меня ничего из войск не осталось. Он спокойно сейчас может пронести. У тебя один фланг, блядь. Один фланг, который все прямо протащили, блин. Он все войска потащил через мой фланг. Всех пауков, всех драконов, все. Блять, они еще в одной кости типа сфокусировали. А еще он их есть, сейчас... бля. Ох, все, блядь. Крайне. Да. Правда, крайний у нас пусть. Где там перехватчики стоят? Да, не. Да, они просто на точке не бог. Блять, он проходит вперед. Нормально, войска сдохнут там будет. Я ресурсов дофига, но сейчас ничего не смогу сделать, потому что он меня тут разносит. Ага, мы их бахнули, да? Ну, ага, ничего. Какой там, блядь? Он эти ломает. Дай спамнуться.
точно. Блин, не убивай мои уши, блин. Там еще хуйня вся такая зубная. Там пахнет. Ну уже да. Последний. Блять, я не знаю, что делать. Блин, разносите, почему? Но то, что ты прорвал, это просто жопа была. Кстати, я не знаю, каким образом, но... Походу, единственная... А, нет, не единственная живая. Моя тоже живая. Блин, пизда, ну, блин, тебе хорошо кидаю. Шмаляю. На, хуярь. Ай, пошел. А, там жизнь. Еще 4, 5 драконов летят. Ну, это остался, в принципе. Да. Ебать, он хуйня. Будь здоров. Нихрена. Смотри, что делает. Ого. Нормально. Правда, два лишних выступила. Фок. Ты, блядь, тоже тупорылый. Может, нормально? Батрексил. Мой молот, че, блядь, 6 минут. Ебать, тут они... Похуяри, ахуя. На. Не молот, ну, прям, блядь, конечно, но все же. Твою кунг-фу лучше нашего, блядь. Самое интересное, что он напал на тот город, у которого, блин, этот. Ой, хорошо.